такой вот симпатичный ресепшн. Wire Garden, маленький отель. Такие новые диваны приятные. Okay. Такой вход. И вот как раз мы идем к пляжу, к морю. Там у нас, получается, в этом отеле бассейн находится ближе к морю. А можно здесь пройтись, посмотреть? Sorry, can we see here? Because I need to make video nice. I garden see. Потому что мы, получается, сейчас идем как-то с вами по краю. Вот этот ресепшн. И здесь мы идем между двумя отелями. Вот это Ганита и Байер Гарден. Вот сейчас мы сворачиваем и заодно посмотрим, соответственно, как на территории внутри. Также много зелени, пальмы. Небольшой отельчик. Но здесь уже видно, что здесь сделаны ремонты. Посмотрите, точно уже произошла какая-то реновация. То есть такое все уже более новенькое. Вот мы идем по территории, соответственно, в сторону пляжа. Байрон Гарден отель. Теперь нам надо как-то выйти. Здесь такие корпуса, видите, как-то вот таким прям улочками. Но вот здесь бассейна нету, то есть бассейн главный находится около бассейна. Видно, что это не так давно построено или сделано, назначено какой-то ремонт. Так, вот смотрите, утопает просто все в зелени. Сосны. Мы подходим к бассейну. Есть даже здесь небольшой аквапарк. А аквапарк it's open? Water park it's work? Работает. Так, смотрим. И детская площадка. Смотрите, какая тоже яркая, красивая, пластиковая. Такой как бы три уровня бассейнов.